Так, мальчишки и девчонки, поехали. Хотфикс номер 4, 128. Надеюсь, у нас ничего не сломалось. Но это не точно. Но будем надеяться. Ага, привет, ребята. Так, мальчишки. Я не вижу у них вооружения, давайте попробуем с пушки. Просто тут несколько этих фидоник. Ну окей. Блин, а есть какой-нибудь... Есть какой-нибудь ну не то что обучение, по хоткеям, то жутко непривычно, если честно. Блин, я хатки использую из этой, из Silent Hunter 1. Так. ББшки, ББшки. На этот раз я затарился довольно здорово. Почему-то у меня одни ББшки загружены. Курс setzen. Попробуем. F1, да я вот жал, нету. Я вот жал, ребят, что-то нету. Нас вот этот интересует.
Что это такое? А, можно вот так вот подводной лодкой управлять, я понял. А что такое усталость, интересно? Матросы 3. И как же я 3 сюда добавлю, 3? И как им указывается, ребята, чтобы они атаковали? Понятно. Точность великолепная вообще. Точность просто великолепная. Ну это что, шутка такая, что ли? Я что-то одного не пойму. Понятно. Все понятно, ребята. Это, по всей вероятности, какая-то шутка. Водичка квадратит? Да не должна, ребята, вообще-то. Тут нет никакой сверхъестественной графики. Наоборот, даже Silent Hunter 5 поприятнее. Мне вот другое интересно. Потопить в данном симуляторе корабль из ВПшки вообще реально? Интересно или нет? Опять же, вот то, что я по корпусу стреляю, это ведь не должно особо наносить. А вот по ватерлинии, там, где течь должна образовываться, вот это уже другое дело. Пожар на борту, это уже хорошо. Черт бы его подрал. Так, малый вперед. И сейчас знаете, что сделаем? Смотрите, ребята. Что мы можем сделать? Мы можем... Так, взять, например, боцмана. Дать боцману пару ребят. А я не взял зажигательные, да? Ага. А я не взял зажигательные, ребята. По-моему, он кренится, мальчишки. Я готов поклясться.
По-моему, да. Так, это первый. А где-то у нас здесь еще должен быть второй, ребята. А вот и второй, бриташка. Давайте вот эти два расстреляем уж. Судно тонет. Судно тонет, это хорошо. Так. Полный вперед. Полный вперед, давай вот сюда. Legen Sie den Kurs an. Ой, потушили, гаденыши. А чё ж мы ББшки не взяли с собой, ребята? Привет, Ванька. Спасибо огромное. Этот тоже тонет? Спасибо огромное. Димка сегодня без выбоньки? Ага, давай, мальчишки. Этот тоже тонет. Ну, ночью красиво сделано, конечно. Не совсем понял, ребята, что значит усталость. Вот это не совсем понял. Есть мнение, что половина модов, которые мы поставили, они просто не работают, ребята. Есть такое ощущение, если честно. Например, на кислород, на мораль и прочее. Вот будут ли они обновляться, да кто же их знает. Сейчас они не работают, к сожалению. Так, хорошо, это минус 2, да? Нам еще чуть-чуть осталось. Вот, но интересно другое, мальчишки. Американец. Неизвестный, неизвестный. Legen Sie den Kurs an. Сейчас посмотрим, кто там. Хаткей есть, я вот нажимаю, ребят, хаткей есть. Это америкашку видим, а это кто? Thank you.
Да, это америкашка, ребят. Ну, я так понимаю, что нам их топить нельзя. Я не в курсе, кстати. Я не в курсе немножко. Так, и у нас получается вот этот еще корабль. Он прямо по курсу, мы как раз на него идем. Так, а тут же ступенька должна быть, алло. Вот она. Блин, не очень удобно, если честно. Точнее, чего уж греха таить, совсем неудобно. Так, это на нос, да? А, это тот самый... Ага, ага. Вроде как все. Вроде как все, ребята. Этих пока не трогаем. Ну а с другой стороны, ну давайте сохранимся и посмотрим. Ну а что будет тогда? А что будет, если я его трону? Эколой. Мне просто интересно, вручную они справятся или нет? Ну, по-моему, они сейчас все потратят, если честно. Ну да, но это уж совсем безумие какое-то. Просто в молоко ебашат. Просто в молоко. То есть я могу всех расстреливать? 41-й год. Мы с американцами разве воюем? В 41-м. Ну, это, правда, норвежец. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Сейчас в генштабе нас посадят в темные казематы, друзья мои, гестапо. Legen Sie den Kurs an. Хорошо, я бы БШК много взял. Сейчас посмотрим. Тут есть полностью вид, когда сложность настраиваешь, ребята. Есть вид полностью от первого лица. Вот, может быть, его надо ставить.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Третий раз уже поджигаю. Там еще танкер, ребята. Танкер тоже заберем тогда. И третий раз он потушился. Да что ж там за команда такая? Элитных пожарников. Или пожарных. Четвертый поджог. Но теперь уж точно не потушится. Ну все, вроде как хана, ребята. Вроде как. Так, и у нас танкер. Слушайте, а ведь это пошло в учет, между прочим, ребята. Это действительно в учет пошло. Ну, поехали в погоню. В погоню за танкером. Поехали в погоню за танкером. А я так понимаю, это СОС? Сейчас проверим. Очень интерактивно. Я как бы и без вас знал, что там целая куча дыма, я его только что потопил. Мы сейчас тогда и американца заберем.
Legen Sie den Kurs an! Jawohl. Короче, в миссию зашлись, ребята. В миссию-то она же пошла. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Кажись, она ему. Так, вы тогда знаете, чем займитесь, любезнейшие? Вот у вас команда есть? В смысле? Все, нету? Ну, ладненько. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Слушайте, водичка прям палубу заливает, ребята. Так, это у меня Юзо, я правильно понимаю? Да, ребята, это Юзо. Так, хорошо. Значит, на пеленге 0. 90. Скорость судна 0. Вот, отлично. Первый тофс. Rohr 1, bewässern. Rohr 1, bewässert. Первый огонь. Los! Rohr 2, fertig. Feindliches Schiff wurde getroffen. Feuer an Deck. Schwere Schäden am Rumpf.
отбой. Тысяч я забрал, вот мне надо вернуться, ребята. 10 тысяч я забрал, мне надо вернуться и пройти оставшийся километраж просто в зоне. Капитан. Почему-то усталость постоянно у меня играет. Я не совсем понимаю, ребята, с чем это связано. Скорее всего, мод надо отключить. Моды не работают нихера. Geladen. Усталость минус 3 постоянно, кстати, держится, ребята. Я не знаю, с чем это связано, если честно. Bestätigt. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Что посмотрим? А вот это уже интересно. А вот это уже интересно. А, максимально возможный вперед. Срочное погружение. Вот это уже интересно. Мы где-то, наверное, на 80, ребят, уйдем. Так, а вот также интересно. Так, у нас 270 под нами.
50. Сколько у нас метров? 65 где-то, 70. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. 80. Herr Kaloy? Herr Kaloy? Kapitän? Sehr wohl, Herr Kaloy. Видите, мод на усталость, ребята, перестал работать. А может, нет, ну мод на то, что отучает их от сна, работает, только у меня усталость минус 3 постоянно. Я не особо понимаю, с чем это связано. Что значит усталость минус 3? Что значит усталость минус 3, ребята? Это не влияет на дисциплину. А что влияет на дисциплину? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schneller, schneller! Tanks anders!
Zu Befehl. Скорее всего, мод на сон надо отключать, ребята, потому что усталость идет страшная. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy? Wechseln auf Dieselmotor. Не знаю, ребят, как с этим бороться. У меня усталость постоянно херачит. Возможно, что надо мод отключить. Или наоборот включить. Или наоборот включить. А мы не будем переходить, мы же в открытом море. А, вот отлично. Эта миссия помечена как очень сложная. Три штучки в нее. Так, мне надо на базу теперь, я так понимаю, возвращаться. Курс auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Курс setzen. Zu Befehl. Насколько я понял. Игру, говорит, надо удалять. Да игру удалить самое простое. Я надеюсь, прокачка нашего экипажа-то будет. Эр Калой. Капитан. Эр Калой. Хотелось бы. Нас мало интересует. Thank you.
Че, попробуем похимичиться, ребята? Или выключить, включить? Думаете, вот так вот даже? Тут, видите, обновление вышло. ТДС слетел, мы ТДС специально под 128-ю версию ставили. И вполне возможно, что все остальные моды тоже слетели. К печальной составляющей. Печально, конечно, куда деваться. Мод на кислород, кстати, тоже не работает. А мальчишки что-то забили и не обновляют нифига. Под какие нафиг берега Америки? Какая нафиг Америка? Чё тут погодка лютует? Так, ну ладно, хорошо. Немецкий крест в золоте мы получили. Угу. Так, вот теперь интересно. Плюс один у меня. Ага. Так, плюс один. Здесь тоже левелапчик. Да, второй уровень. Итак, что мы с вами можем? Это боцман, друзья мои. Блин, я из радиста медика хотел сделать, но тут видите как. Ну, здесь в любом случае механик. Здесь тоже механик. Командир? Командир у нас частенько наблюдает. Вот. Будет наблюдать. Тогда получается боцман из боцмана стрелка делаем. Вот. У нас нет медика на борту. Это, конечно, круто все. Вот, медик будет. Без аптечки. Нет, аптечка есть, санитар. Отлично. Так, давайте затарим лодку.
Ну, пока что так, наверное. Пока что, наверное, так. А вот здесь усталости нет уже. Блин, ну что-то не так работает, ребята. Просто там немного нелепая ситуация. Бывает такое, что когда идет атака, допустим, либо расчет какой-то, например, гидрофончик пойдет и завалится спать. Пойдет и завалится спать. Такое бывает. И что с этим делать? Просто пойдет и завалится спать. Дыхательное набери. У меня есть две штуки у механика, но надо еще запасные, наверное, взять будет. Вот, это на сон. Ну, давно не обновлялась она. А вот это... это на кислород. Тоже давно не обновлялась. Да здесь вообще моды не обновлялись. Мэрилин Дитрих. За нее банят YouTube. В сентябре ответил. Сейчас мы посмотрим. По
последний мод. Хорошо, пускай будет последний. Пока что так попробуем, ничего удалять не будем. Посмотрим, будет ли работать. Сейчас вернусь. Давай спробовать. Давайте пробовать, мальчишки. Если поможет, будет хорошо. Если нет, ну, как говорится, бывает. Так, вы мне советовали побольше этих дыхательных взять. Давайте возьмем побольше дыхательных. Так, мы, в принципе, затарились. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Так, господа, у меня плюс один офицер на борту. Плюс один офицер. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Guten Abend. И где мне его теперь взять? То есть это вот так теперь работает, да? Разведка со штаба. Все отлично заработало.
И я бы хотел отпуск взять. Über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Причем взять самый матерый. Подарок Гитлеру на его 50-летие. Орлиное гнездо, ни хрена себе, вот это вилла. Бюджет 15 тысяч. Я пока отдыхаю, здесь два тайничка потискаю. Тем более у нас на 100% быстрее выполнение задания в штабе. Угу. Это просто идеально. Еще 15 тысяч. А вот дальше уже интересно. Разведка, это, конечно, все круто очень. Производство оборудования, аккумуляторы, улучшенный гальюн. Аптечки, запчасти, углекислая кислота. У меня нет механика. А вот зато есть командир, ребята. Зато вот это можно выбрать. По поводу разведки, что-то не особо я понял, для чего она нужна, если честно. Вот, но механика-то нету. Радист, механик, командир. Производство боеприпасов, ребята. Ну, давайте попробуем сюда. Посмотрим, что из этого получится. Повышение опыта. Опыта, кстати, очень много дали. Но до третьего левела явно не дотягивает. А как же мне нового офицера-то купить? Офицеров-то нету. Подожди, нанять. А куда я его найму? У меня 18 человек уже есть. А как же мне офицера-то нанять? Так. Ну, действительно, да, побольше всякого стало. А, эти только по 5 кучкуются, да? Действительно, да, побольше стало всякого.
по одной почему-то грузит только. Хотя указываешь несколько. Но у меня у механиков уже поставлено. Почему-то по одной. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Mhm. Двигатель, радар. Что еще здесь можно улучшить? Гальон. Да, в общем-то, и все. Beim BDU wird viel über ihre letzte. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. А постой, они что, повторяться будут? Ну, вот это поближе к нам. Давайте вот это выберем. Herr Kaloy? Herr Kaloy? Капитан? Так, сразу на дизельки даем. Боцмана, у тебя же задача по навигации должна стоять. Все отлично. Все, помчали. Димка, возьми офицера. Так он в штабе же. Он же выполняет задание. Мы хорошо отдохнули, апнули их. Вот, причем неплохо апнули. Вообще неплохо апнули. Со штаба у меня тоже вроде как все хорошо. У меня еще и у команды... У меня еще и у команды здесь же... всякие штуки-дрюки. Курс auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Помчали? Ничего не забыл, да вроде нет. Да вроде нет. Сразу посмотреть, сколько там в загрузке. Ну, 80 загрузили сразу. Отлично. То есть это что же, получается, каждый год 3 задания и все? Вроде бы все.
Сейчас посмотрим. Ну, вроде как заработал. Вроде как заработало. Отключили мы сон, и это хорошо. С одной стороны, это довольно реалистично, а с другой стороны, ребята, это странно. И непонятно, кстати, кто устал. Не нужно, сон это лишнее. Вот слишком много работы для офицеров. Вот так вот работает. Вот так нормально. То есть у нас 5 человек в смене. Угу. 5 человек и камбус и уборка двое. Семь из 18 получается. Нормально. Zu Befehl. Мы можем, знаете, как сделать? Навигацию брать, а дать на наблюдение матроса. Да. Можем вот так вот с вами сделать. Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Так, очень малая группа, да? Она у нас где? Где-то слева получается. Замечен дым из труб. Окей. Транспорт. А где? Я вот, например, не вижу. Да, и правда видно. Угу. Так, ребята, они идут, грубо говоря, прямо на нас. То есть ориентировочно где-то вот так вот. Мы же с вами. Так, тут у нас два. Мы же с вами развернемся. Угу. И давайте-ка на перископ сразу.
Давайте-ка сразу на перископ. Да, ребят, я избавился от дурацкой усталости. Это очень хорошо. Ну, как вам? Димка жирует, говорит, отпуск в Орлином гнезде? Да. Вы видели там вообще местечко? Не кисло, не кисло. Tiefe. Так, занимаем пока позицию. Bestätigt. Давай-ка синий цвет. И включаем вентиляцию. Bestätigt. Нам не нужны, а вот акустику дать нам можно. Это нам тоже пока не надо. Давай-ка лучше вот так. Ага. Все, вроде раскидал, ребята. Вроде как раскидал. Вот. Ну, все хорошо. Вроде как все получается. Вроде как мы молодцы. Подлодка красный. Красный включался, ребята, когда ночь. Ночью, чтобы глазюки. Глазюки легко привыкли, мальчишки. Капитан. 125 метров под нами. Есть еще одна классная версия игры, где вид только от первого лица. Вот. Блин, ну тогда мы вот такую классную штуку пропустим. Ребят, торпеды вынули погреться. Нормально. Ну, в общем, мы молодцы. Под водой важно, день или ночь. Но ты же врага находишь над водой, а не под водой. Соответственно, тебе надо видеть. Надо же видеть его. Идут. У нас получается 600 метров до первого. Нормально. Нормально. Идут голубчики. Заняли позицию. Вот. Будем торпедировать.
Herr Kaloy? Herr Kaloy? Почему-то я их не слышу. Америкашка уже вооруженный, кстати. Эти фидоньки нет. Нас интересует вот этот бриташка. Подожди, а как? Нас интересует вот этот. А измерять скорость лучше по этому. Они же одинаковые. Разные. Это Empire Life. А где Empire Life?
это вот этот. Угу. Какого года эсминцы начнут ходить? 42-й, 43-й, ребята. 43-й, вот точно. В смысле, блядь, ты чё, ебанулась, ебать? Ёбаное говно, блядь. В смысле? Алло, а ты определять-то скорость будешь вообще? Заебала тварь. Она не определяет. В чем причина? Но это что за прикол? Ну что за прикол? А, вон тут как надо. Я понял, я понял. А это узлы. Хорошо, 9 идет он отлично. Девять — это отлично. Так, а где я? Я вот. Так, ладно. Значит, мы с вами знаем. Ну, я буду торпедировать довольно поздно. Вот. Я буду довольно поздно торпедировать, поэтому ждем. Вот где-то вот здесь вот, наверное. Где-то вот здесь уже похоже на правду. Так, что у нас по расстоянию? 1300. А курсовой будет 47 левый. 1300, курсовой 47 левый.
1300. Сорок семь. А это 50, 48 где-то левый. Скорость судна порядка 9. Вот. Скорость судна порядка 9. Ну, все введено. Так, первый ТОВС. Ход торпеды 2 метра. Bewässern! Rohr 3 bewässert! Los! Rohr 4 bewässern! Rohr 4 fertig! Los! Почему-то мимо прошли. Почему прошли мимо? Почему они мимо прошли? ТДЦ, все расчеты были верны. Ну, у нас опять игра наебывает. В ТДЦ все расчеты были верны 100%, и эти вообще куда-то ушли в другие края. Что опять не так? Ну что опять не так, ребят? Мы вчера Silent Hunter ни одного промаха не сделали. Ни одного промаха. Вот, если кто-то думает, что мы с ТДЦ не умеем работать. Ну почему не работает, когда все расчеты идеальны, ребята? Все расчеты идеально верны. Почему не работает? Почему не сработало? Вопрос. Тот корабль выбрал. Блять, ребята, если вы не знаете, не надо писать всякую хуйню. Я вас очень, блять, спрошу, серьезно. А то у меня бомбить начнет сейчас жестко. Не надо писать всякую хуйню, если не знаете. Какой нахуй рычажок? Какой нахуй рычажок, блять? Вот этот? Мы его подключили 10 раз. Ёбаный в рот, блядь, хорош, короче. Серьезно. Пизду, блядь. Эта игра у меня ненависть какой-то вызывает. Игра кривая. Ну, здесь, блядь, в одном. Либо игра, либо это. Он насчет скорости напиздел ее. Здесь вариант только один. Вы скажете, какой? Игра напиздела насчет скорости. Блять, почему перископ все время вниз смотрит? Ёбаный в рот, что за прикол, блять? Почему не по линии горизонта, нахуй? Это, блять, прикол, что ли, такой? Я что-то одного никак не могу понять.
Вот это точно этот корабль. Да, это он, 100%. Это я поставил километр часы. Может быть, мы тип того корабля неправильно определили длину судна. Из-за длины судна, возможно, был баг. Ну, не баг, а неправильный расчет. Длина судна здесь очень важна. Сейчас посмотрим, мальчишки. 12. То есть по тому кораблю он определил как 12. Сейчас справимся, ребят. Сейчас справимся, мальчишки. Тысяча 540. Так, 40 левый, соответственно. 40 левый стоит. И 1500. Rohr 1 bewässern. ТДЦ в милях? Слушайте, а может быть действительно? Блин, а может реально мод на мили, мальчишки? Los! Rohr 3, bewässern! Rohr 3, bewässert! Los! Rohr 4, bewässern! Слушайте, а может реально? А мод не понимает? А как он поймет? Rohr 4, fertig! Los! А как он поймет? А может быть реально в этом проблема? А? А может реально в этом проблема, мужики? Вообще мимо. Если он 12 километров показал, это где-то 6 миль. Я понял, в чем косяк.
Не игра виновата, не мод виноват. Мы зря перевели. Я понял, в чем косяк, ребят. Почему мы не можем попасть? Я понял, в чем проблема. Почему мы не можем попасть. Почему при расчетах мы не попадаем? Сейчас все будет нормально. Будем по второму кораблю замерять. Я точно определил, какой он. Вот. Справа рукоятка. Вручную пеленг водить. Так, кабель ТВ это сколько? 200 метров почти. Кабель ТВ это почти 200 метров. Вроде метров. Это новая для нас игра. Надо просто привыкнуть, и все будет хорошо, ребята. Мы вот так стоим. Значит, здесь 0. Это где-то 303. Нет, это где-то 30. 30 или 40. Немного вот это напрягает. Почему я по горизонту должен выравнивать все время? Что за дичь? Ну да, так и есть. Так. Мы с вами определились. У него две трубы. Да, что это вот это. Что это вот эта херобота. А я перевел, видите, ребята, я в километры в часы думал, так удобнее нам будет с вами на стриме. Я перевел. Не все просто понимают, что мили это 1,8 километров. Кабель-то это 185 метров. Чтобы не возникло у нас диссонанса. Кстати, груженный, судя по всему, идет. Сейчас потопим. Ну вот, 6 миль. Вот, это уже похоже на правду. Rohr 1, bewässern! Rohr 2, bewässern! Дисперсия это сальва. Так называемая сальва, ребят. Rohr 1, bewässert! 10 метров. Rohr 2, fertig! Так называемая сальва. То есть на 30 бахнем. На 30, ребята. До него 6 кабельтовых будет. Вот кабельтовые можно отключить на самом деле. 41 левый. 6 кабельтовых, это, ну, где-то километр поставим. Так, скорость судна где-то 6. Вот, 40 левый.
40 левый, и до него где-то километр ставим. Все отлично, данные введены. Стреляем с дисперсии, 10 метров разница. Можно даже, наверное... Вот так вот. Нос! Rohr 3, bewässern! Rohr 4, bewässern! Rohr 3, bewässert! Rohr 4, fertig! Los! Сейчас должны попасть. Но если не попадем, я не знаю, ребята. Мы все верно рассчитываем. Мы рассчитываем все верно. Можно смешанные поставить для удобства. Сейчас просто обязаны попадать. Feindliches Schiff wurde getroffen. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Так, в один попали. Что со вторым? Feindliches Schiff wurde getroffen. И во второй попали. Schwere Schäden am Rumpf. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Дим, в чем было дело? А вторая торпеда мимо прошла. Дело было элементарно, ребята. Короче, мы убрали мили, мальчишки. Поставили километры, и в этом была серьезнейшая проблема. ТДЦ-то у нас на скорость милях, а у нас километры. А чтобы кабельтовых не было, можно, например, смешанные поставить. У этого пушка. Rohr 1 geladen. Schneller, schneller! Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Los! Schneller, schneller! Ну, минус 2 теперь как и должно быть. Это хорошо. Курс.
теперь как и должно. Дим, поставь камеру на торпеду. А, я не знаю как. А, вот. Geladen. Это с учетом, что у нас скорость не меняется. ТДЦ где-то на 60 выставил градусов. Похоже на 60. Ну, в общем-то, да. Rohr 2, bewässern! Так, единственное, что у меня сомнения по скорости, ребята. Это он? Угу. Да, похож. Похож. Да нет, ребят, все те же 6. Все те же 6. Вот. Единственное, что подредактировать угол. Ну, сейчас мы угол проверим. До него 4 кабельтовых. Вот. 60 левого. 4 кабельтовых, это 800 где-то. Это где-то 800. 60 левый угол отдадим. Отлично. Лос! Rohr 1, bewässern! Rohr 1, los! Сейчас должны попасть. Das Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf.
Перископ как будто не двигается. Я заблокировал, чтобы он следил. Это сильно на опережение была дана, если первая промахнется. Вот, но первая не промахнулась. Первая не промахнулась. Вот я так подстраховаться. Где так подстраховаться? Нет, вот так, если разблокируешь, ребят, все двигается, все нормально. Это сделано специально для удобства, чтобы ты заблокировал. И, грубо говоря, капитан, который сейчас на перископе, вот, он это, за этой ситуацией следит. Нет, вроде тонет. Тут с американцами вообще так интересно. Мы уже топили, ребята, я уже проверил. В общем, их топить можно. И на базе по шее не получишь. В Silent Hunter получишь. То есть тебя арестуют, похер. Там уж как бы нейтралов топить такое себе. Не, нормально, тонет. Все, отлично, ребята. Капитан. Jawohl, Herr Kalor. Rohr 2 geladen. Качаем воздух. А еще также интересно, если я сейчас всплыву, то есть команда на поверхность сейчас будет. Танкс анблазен. Выключится ли вентиляция автоматически? Не, нормально разобрались. Нормально, ребята. Можно играть. Можно играть, разобрались. Я ее наругал сначала. В этой серии за ТДЦ. ТДЦ-то в милях. Дизель выключился автоматически. Вентиляция нет. Вентиляция дает свежий воздух. Плюс 14. То есть ее надо выключать, не забывать, ребята. Плюс я еще углекислый фильтр не использовал. А, нет, смотрите. Подожди, она выключилась автоматически. Ой, вот это хорошо. Я еще хочу попробовать режим. Режим. Вид от первого лица только. Я не особо понимаю, где его включить. Сложность переключать не дается. А, это режим игры, по-моему, ребята. Может быть, в порту? Может быть, в порту нам это удастся? Ну, тут так-то можно самому от первого лица играть. Вообще без проблем. Просто нажимаешь и играешь. Не обязательно какой-то режим включать. Хоткие бы посмотреть. Скорость хода плюс-минус. Персонажи.
Да, тут еще же и фонарь есть. О, привет, Сереж. Тут же еще и фонарик есть. Спасибо, спасибо. Так, стоп. Тут же еще и фонарик есть. 125 плюс. Zu Befehl. Jawohl. А что за игра в карты? Jawohl. Что это такое? Играть в карты и что? И что? Что? А, ни хрена себе, плюс 7 дает. Ага. Это восстанавливать, восстанавливать, я понял. Баллон воздух качнуть, я уже качнул. Я... Нет, смотри. Почему-то у нас запас странный. Так, ну мы дизелиста выдернем. Побыстренько, пускай включит. Иди по-быстрому включи. Не, ну слушайте, ну нормально вроде пока что. Чё скажете, мальчишки? Вроде интересно разобрались. Интересно. Вот. По-моему, нормально. Всё, нам с вами в этой зоне... Осталось пройти только 2,5. Мне интересно, задания будут меняться или нет? А задания-то будут меняться? А также интересно, это автоматическое использование? Да. Мы заблудились? А, да, я понял, почему мы заблудились. Нормально, нормально, ничего мы не заблудились. Сейчас мы найдем свое местоположение. Ну. А, вот он высчитывает. Поиграли в карты. Так, задание выполнено. Это воздушная разведка. Портовая оборона размечена на карте. Вот. Ну и давайте еще одну воздушную разведку. У меня пока что командир, ребята. Нормально, нормально, ничего мы не заблудились. Все, все четко. А, и вот о чем я вам говорил. Смотрите, то есть мы вот отсюда. Вот до сюда скаканули. Вот это баг карты. Но подожди, а может мы и не там находимся? А может и не баг, это мы так быстро перемещаемся, серьезно? Сколько мы ебанули? Да.
1000 километров, это такое большое сжатие. О, окей. Курс setzen. Окей. Bestätigt. Может и не баг. Курс auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Может и не баг. Да нет, ребят, нет. Действительно, на пятый очень быстро перемещается. Недолго ли он искал наше местоположение? Очков у нас целая куча. тысяч. Мы сейчас опять отдых возьмем хороший. Мы сейчас опять хороший отдых возьмем, ребята. И мод сработал. Нет этой дурацкой усталости. Это хорошо. А еще отлично то, что ты нажимаешь на порт, и они теперь доработали заход подводной лодки в порт автоматически. Вам нравится? Интересно смотреть, ребят? По-моему, неплохо. Не, ну по-моему неплохо. Немножко управление кривое. То есть не то, что кривое, оно жутко непривычно. Да, да. Все, в порт автоматически теперь заходит. Блин, отлично. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Углекисл, я бы еще пятачок бы взял. Места докупим, остальное все есть. Только 3 помещается, да? Не, больше не надо. Пока что бесплатными торпедками зарядим. Все, бесплатные кончились. Четыре только. Ну, как-то вот так вот. Так. Теперь пошли адмирала Стейсту доложить. Я должен попросить другое назначение. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. О, нам радиста дадут. Линкор Ревенж. Вау, охота на линкор. За линкор радиста дадут. Возьмем, конечно же. Я понял. Вау, супер круто. Через 2 дня только доступно. Возьмем через 2 дня. Дим поменяет первого лица. Так, параметры. Ребята, а походу не меняется. Походу не меняется. А ну-ка, подожди. Дай-ка я сохранюсь на порт.
Допустим, новая игра. Допустим, вот здесь. А, вот, только от первого лица. Ну, допустим. Дим, задание не до конца сделать, депатрулировать нужно. Я понял, мальчишки, я понял. Сейчас депатрулирую. Что такое только от первого лица? Что такое только от первого лица? А, то есть это везде самому ходить и смотреть? Серьезно? Der BDU wird viel über ihre letzte Patrouille reden. Gute Arbeit. Dies sind die heutigen Aufträge aus der BDU. Nur für deine Augen. Атаковать скапа флоу? Нихуя себе. Нихуя себе. То есть никакого тебе свободного вида, да? А карта-то доступна? Угу. Хм. Так а зачем это надо? Так мы первого лица всегда можем включить. А зачем это надо? Отущение от игры, говорит. Сейчас такие. Взял конфету, сосалку. Пока открывал, уронил на пол. Поднял и быстро, говорит, в рот с волосами. Но приятно. Да-да-да-да-да. Есть что-то похожее. С волосами, ребят, с волосами. Да, мы действительно не допатрулировали. Мы не допатрулировали, друзья мои, но это бывает. Не допатрулировали. А ну, ситуация опасная, что тут говорить. Так, ну надо допатрулировать, и там уже видно будет. Вот, говорит, другое дело. От первого лица-то вы что, совсем что ли обезумели? Нам вообще-то надо вернуться, как допатрулировать. Так-то, если что. Ну так-то, если что. Нам как бы допатрулировать надо. Не, ребята, от первого лица это, конечно, все очень круто и прочее, но я в любой момент могу первое лицо включить. А вот такие штуки-дрюки интересные мы что же не увидим, что ли? Такие мы штуки-дрюки не увидим. Ну, не знаю, ребята, не знаю. Да мы не до конца сделали, скорее всего, из-за того. Так, а что-то у меня никаких бафов нету больше на дисциплину. Печальная ситуация. Бафулька-то нету больше. Ну, правда, и минусов тоже. Капитан? О, ни хрена себе. Надо мальчишкам помочь. Запчасти, у меня есть запчасти.
От первого лица же не играли никогда. Ну, можно следующую серию начать. Блин, ну это придется, ребят, год тогда убивать, а у нас уже команда прокачана. Чуть неохота. У меня уже команда прокачана. Чё ж мы с вами зря качались? Течь мы в критическом состоянии, в смысле? Ну вот сейчас заодно и посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Торпедист у нас ремонт. Вот. Дизелист пока бросает тоже ремонт. Так, мы ему даем. Ой-ой, ладно, я понял. А чё же игра не понимает? Главное, игра заходит в порт, но не понимает, где суша. Да вы чё, издеваетесь? Я думал, тут продумано всё. Если в порт он заходит, он и ближайшую сушу обойдёт. Ну, я понял, расслабил булочки. Булочки расслабил. Блин, а почему же нельзя, ребята, здесь вот поменять, например, вот, на режим игры? Ну почему же нельзя? Расслабил булочки, ребята, булочки. Ты смотри, что и правда разведка. Мины есть, противолодочные сети. Ах ты ж свинюка, бля. Авиабаза. Разведка-то и вправду сработала. Ах ты ж свинюка. Да, патрулировать надо. Да, патрулировать. Капитан, пошли топить линкор. Да, и вот еще что непонятно. От первого лица я команды могу раздавать также. Ну, например, типа медик лечить, этот латать. Могу? Блин, там квест был классный с подводной лодкой. Теперь мы этот квест не получим, конечно же. Конечно же, мы этот квест теперь не получим. Помог, ребят, с запчастями. Помог, ребят. И такая смс-ка в обратку. Прости, братиш, не могу. Что случилось? Я на берегу. В смысле, говорит, на берегу? У тебя же увольнительный еще не скоро. Да нет, я вместе с лодкой на берегу. Скажет, ёб твою мать, попросили помощи, блядь, у калеки. Так, подожди, Федони, ты опять скурил сообщение, что ли? Я что-то не понял. Ты опять сообщение скурил, что ли? Так, мальчишки, мне радист нужен, вот, командиром я все выполнил. А, вот, есть командир, боеприпасы. Деваться некуда, поехали. Там под бафами, я сейчас домой вернусь, под бафами мы довольно быстро это дело закончим. Стоп. Где-то примерно вот так вот, наверное. Ну, так даже.
Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Блять, не пойму, как он идет, если честно, он постоянно смещается. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ну и бриташка, ребята, вооруженный, кстати. Бриташка вооруженный. Вот от первого лица непонятно, как тут играть. Блин, я бы попробовал. Может, наоборот, будет супер круто. Может, наоборот, будет супер круто. Я бы попробовал. Да, но мы тогда виды классные пропустим. Виды классные. Вы скажете, Дим, ну и что, ну и что, ну и что? Да вот что, я вот могу вот так вот совершенно спокойно зайти и играть от первого лица. Нахер нам виды-то терять? Но правда, там говорят супер хардкор, все дела. Ничего не видно. Так, дай-ка я сонарщику человека выделю. А в двух почему-то нельзя, ребята. Почему-то нельзя. Так, и вот, смотрите, то есть, например, я вот от первого лица играю. Мне, допустим, надо свет включить. Вот здесь нет такого. Пойти включить свет, пойти вентиляцию включить. То есть я, блядь, должен от первого лица вот, спуститься, нахуй. Спуститься. Прибежать сюда. Вот. Нет, не сюда. От первого лица. Я же не могу указания давать. Включить свет. Прибежать сюда. Это, напоминаю, командир корабля, блядь. Включить вентиляцию. Это командир корабля. Потом подняться. И сесть обратно. Серьезно? Да, серьезно. Да, серьезно. Гораздо легче это все через управление подводной лодкой сделать. Вот нахера нам это первое лицо. Так, мальчишки. Я их вижу, идем на перехват. Так, мальчишки, я их вижу. Это где-то пеленг 40, наверное. Да, так и есть, ребята. Где-то пеленг 40. Все, слушайте, они уже вооружены. Так, и что это у нас такое? Две мачты у нас должно быть. Похож? Вроде как да. Да, ребята, судя по всему, это Liberty. Хорошо. Так, что там по скорости? Скорость будет неточной, потому что мы тоже движемся.
скорость будет неточная, большая погрешность, мы тоже движемся. Ну, где-то 6, ребята. А, где-то 6. Соответственно. Вот. До него 1100. 80 градусов. Так. 1100. 80. Получается левая. Скорость где-то 6. Первый, второй торс. Дисперсия. Где-то десятка. Ход торпеды, двушка. Los! Третий, четвертый торс. Третий, четвертый огонь. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Блин, пройдут ли они под носом, у него интересно. Торпедки. О-о-о. Прошли. Хорошо, как мы и планировали. Как насчет второго? Смотри, еще Димка наблатыкался в эту игру, ребята. Кажись, наблатыкались. Кажись, наблатыкались, ребят. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. А вторая? Вторая под носом прошла. Кажется, Димка-то наблатыкался. Так, что у нас там до него?
1700. Поближе подойду. Ну что, мальчишки разобрались? Кажется, да? Кажется, разобрались. Вот смотрите, написано плюс-минус увеличить скорость, а у меня не работает. А какой еще плюс-минус на клавиатуре? Это придется добить. Добьем. Слушайте, ну мы прям вообще хорошо. Прям хорошо идем. Тут же, без расчетов, без всего, просто бах-бах и все. Какие нафиг расчеты? Все, ребят, разобрались, можно удалять. Можно удалять, ребята. Ну что он там противоторпедные штуки-дрюки совершает? Похоже на то. Противоторпедные штуки-дрюки. До него 1250. Вот. Но с учетом того, что он виляет, где-то 60 давайте, наверное, поставим. Он же виляет. 60. 1250, 60. Так, 60, 1250, это где-то вот здесь. О, zwei, bewässern. Дисперсию побольше сделаю. Где-то порядка 2 градуса. О, 2, fertig. Los! Вроде как должны попасть. Feindliches Schiff wurde getroffen. Есть, отлично. Schwere Schäden am Rumpf. Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Слушайте, ну прям неплохо забираем. Прям вообще неплохо. Так, погружаться уже не собираемся.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Нифига себе. Это на альт, если нажать. Усталость все равно, ребята. Усталость все равно. Плюс единичка. Рикошет был. Не, ой, шикарно. Да у меня очков целая куча просто. У меня очков теперь целая куча, ребята. Все, пошли. Как раз до дома дойдем. Так, слишком много работы для офицеров. Вот это убрать. Вот это сюда. Вот это убрать. Вот это сюда. А усталость, скорее всего, ребята, это нечто общее от длительности похода, судя по всему. Курс auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Ну это что там за бахрому ты мне рисуешь? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Патруль закончили? Да, да. Сейчас целую кучу еще опыта получим. Сейчас еще целую кучу опыта получим. Подобрать сундучки. Да прекрати, у нас на 3 месяца. Я с собой еды на 3 месяца вожу. Но это самый безобидный год, но у них уже палубное вооружение появилось. Вот. И я там видел, что можно в другой год перейти, не начиная новую кампанию, а именно с этой командой. Вот. Но нам потребуется... Одна штучка репутации. За эту миссию вроде 66% дают. Похоже, что мы с вами разобрались, как в нее играть. Грузы подобрать можно. Здесь более интересная штука дрюк есть. Я скафандр купил. Говорят, что здесь к затопленным кораблям можно нырять. А также у меня оружие есть. Но оружие мы видели уже, как используется. Sehr wohl, Herr Kaloy.
Bestätigt. Сорок 2000 очков у меня, охренеть. Угу. Ай-ай, Herr Kaloy. Beim BDU wird viel über ihre letzten. Ой, сейчас левелапчик мы бахнем, я отдохну. Сейчас мы бахнем левелапчик. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Ребят, у меня на мясе сидят. Чё ж так не жить-то? Почему-то фугасиков нету, ребята. Чё ж так не жить-то? Халявные торпедки. А, привет, Слав. Халявные торпедки. Спасибо огромное. Спасибо, мальчишки, за поддержку. Так, два дня. А, еще я бы хотел... Отдых, ребята. И мне отдых понравился вот этот, в Орлином гнезде. Элитная элита. А здесь задание в штабе на 200%. 50% опыта можно получить. Но Орлиное гнездо пока самое топовое. Пока самое топовое. Заодно в штабе быстро все это дело пройдется. Так, а чего? Что случилось? Почему остановились? 4 дня. Нормально. Отдохнули. Отдохнули, ребята. Третий уровень. Это боцман. Боцман Кок. Капитан. Связи на верхах. Я так понимаю, они рандомно вообще раскиданы все. Опять связи на верхах. Капитан. Не многовато ли у меня коков? Не многовато ли у меня коков? Чуть-чуть не хватило. Но неплохо, неплохо. 66 у нас. Чтобы нам перейти в следующий год, чтобы перейти в следующий год, мне нужно 1 очко репутации. Да, но я... Ай, блин, мы потеряли этот линкор. Но зато нам дадут механика. А мне механики нужны. А мне механики нужны, ребята. Задание в штабе выполнять. Идем на линкор. Сняли, ребята, сняли задание с линкора. На механика есть. Задание сложное. Но, судя по всему, нужно будет еще вот эту штуку-дрюку для него качать. 2 задания в штабе одновременно. А, у меня связи в штабе уже дали. Блин, неплохо.
А улучшение лодки? Ну, у нас вот пока что боеприпасы, ребята. Потому что мне вообще нужны радисты. Мне вообще нужны радисты и механики. Механики-радисты за улучшение подводной лодки будут отвечать. Вот так-то, если что. Давайте сделаем сейв. Вот. И... вторая часть подходит к своему логическому завершению. В общем, интересно стало играть, интересно стало смотреть. Надеюсь. Очень неплохо, ребята. Очень неплохо. Будет ли сегодня еще что-то? Я не знаю, мальчишки. Я не знаю. Вот, следите за новостями ВКонтакте. Я тут немножко приболел, как всегда, вовремя. Как всегда, ребята, вовремя. Немножко приболел. Ой, так что. Ну, в любом случае, через часик, может быть, через полтора. Посмотрим. Спасибо, ребята, огромное всем, кто поддержал. Спасибо большое. И до скорой встречи. Обязательно напишите, понравилось ли вам или нет. Я предлагаю не бросать команду, а прокачивать ее. Вот. И я предлагаю в другие года переходить за счет репутации. То есть мы в этом году можем открыть репутационный лист весь. Тем более этот год довольно неплох. Тут даже линкор, черт возьми, по данным разведки можно встретить. Сейчас возьмем механика, и нам нужен еще радист. А также интересно, путешествия по годам, все новые и новые будут улучшения в штабе или нет? Вот что интересно. Спасибо, ребят. Напишите пока в чате, я сейчас стрим закончу, но буду чат читать. Какую вторую серию вы хотите? Второй стрим. Вот, а я пойду, наверное, таблетку выпью.